Если вы думали о том, что масс-маркет вас уже ничем не может удивить, сегодня я вас попытаюсь разубедить. Продукт, который заслужил отдельного видео, мерцающая пудра от La Mer, которая просто покорила мое сердечко. Надеюсь, и ваше тоже. Спасибо вам огромное за ваш лайк данному ролику, мне будет очень-очень приятно. Практически каждая уважающая себя косметическая компания периодически выпускает определенные лимитки. Ну, для того, чтобы все мы погонялись за ними, поискали, постояли в очереди, подождали, и такие типа, я достала этот продукт, я молодец, я самая крутая, самая лучшая. И поэтому La Mer в этом году тоже отличились. И уже не первый раз, как я понимаю, потому что первый раз я искала, вы мне, кстати, советовали мыло для укладки бровей. Я пришла в магазин, там стоял просто тестер и больше ничего не было. Я спросила, а как бы есть продукт вообще в наличии? Сказали, нет, ограниченная серия. К сожалению, его нет, ожидается еще, нам его доставляют в небольших количествах. И я такая думаю, окей, но почему вы не делаете таким образом свои продажи? Не привозите классные, уникальные продукты, которые потом будут все скупать. Объясните мне, пожалуйста, в чем политика компании. Я вчера, вот прям вчера, с пылу с жару, зашла в магазин и хотела найти что-нибудь для вас на обзор из косметики La Mer. Полазила, пощупала, много чего у меня уже есть, много что я вам показывала. И я подумала, окей, может быть, есть мыло для укладки бровей, которое я еще не покупала и могла бы вам показать, протестировать, но нет, его тоже нет. И потом такая стою, такая, оп, стоит какая-то коробочка такая в стороне, спрятана так чуть-чуть, незаметно. И я такая консультанту говорю, а это у вас что такое? Можно вас спросить, девушка, пожалуйста, подскажите, что тестера нет, ничего нет, вообще непонятно, что это такое. Написано просто Your Secret Shimmer Powder. О, и меня там видно. И она такая говорит, да-да-да, секундочку, сейчас я вам покажу. Достает из ящика тестер, говорит, тестер имеется, показывает, демонстрирует. Я такая стою, о, прикольный реально продукт. И прячет его. И я такая думаю, окей, его опять никто не пощупает, его опять никто не захочет. В чем фишка, в чем суть? В итоге я забрала эту коробку, думаю, буду одной из первых, кто покажет данный продукт, я надеюсь, в русскоязычном ютубе. Демонстрирую, поделюсь с вами. Вот прям очень необычный продукт для La Mer, да и вообще для любого бренда. Это сияющая пудра. Очень красивая упаковка, вот сродни люкса прям. Видно, да? Угу. Куда нам советуют наносить ее производитель? На лицо, на волосы и на тело. И самое интересное здесь, это флакончик. Я вам скажу больше, даже мой молодой человек, когда увидел этот флакончик, сказал, круто придумали, клево выглядит, хотя он как бы парень, ему как бы вообще по барабану. Но вот он привык к каким-то стандартным упаковкам, банкам, а тут что-то новенькое, и даже он сказал, круто, прикольно, ого, ничего себе. Смотрите, какая прелесть. Ну, это же просто милота. Вот такой вот флакончик в виде туалетной воды той еще эпохи, когда туалетная вода наносилась при помощи вот такой вот помпы, которая раздувала воздух и выдавала продукт наружу. Вы открываете флакончик, крышечку. Здесь у нас есть силиконовый такой вот защитный клапан для того, чтобы это все дело не рассыпалось, если вы куда-либо положите его с собой. Хотя я сказала бы, что это просто круто смотрелось бы на туалетном столике или где-нибудь в ванной комнате, но в сумочке явно все это дело будет чувствовать себя не наилучшим образом, конечно же. Поэтому обратите на это внимание. Ну как это выглядит? Это просто очаровательно, это просто милота, какой-то девичий просто рай, посмотрите. Просто милейший флакон, красиво сделан. И я бы сказала, что это отличная покупка в преддверии новогодних праздников, потому что все мы будем создавать какие-то образы, все мы будем краситься, все мы будем наряжаться. И кожа наша сейчас, согласитесь, не самым наилучшим образом выглядит, учитывая то, что, ну если, конечно, вы на море не ездили, учитывая то, какая погода за окном, слякоть, холодно, солнца нет, и поэтому мы все бледненькие, сухенькие такие, все доходяги. И перед Новым годом, если не хотите идти в солярий, нанесите немножко какого-нибудь автозагара, увлажните хорошо кожу, предварительно проскрабируйте и добавьте вот этой вот мерцающей пудры от La Mer. Это просто какая-то магия, это фантастика. И я бы сказала, что это один из лучших продуктов от La Mer, особенно учитывая тот факт, как они оформили упаковку. Это магия. И вот эти вот крупинки, они очень-очень красивые. Сейчас я вам демонстрирую вариант того, как можно нарядиться. Наверняка вы не будете отмечать Новый год в большом каком-то свитере с воротом под самое горло, хотя и такой вариант возможен. Если вы хотите что-нибудь открыть, возможно, ключица или декольте, у вас как бы очень выразительное декольте, то вы можете все это дело немножечко украсить таким вот образом при помощи макияжа. И здесь, получается, мы открываем эту силиконовую штучку. Тут дырочка, из которой выходит продукт. Вот здесь ее очень-очень много, реально целая-целая банка, вот реально не пожадничали. Итак, показываю.
Я предлагаю вам нанести это дело на ключицы, на шею и на плечи. И демонстрирую, как это дело работает. Это какая-то магия, зимняя сказка, посмотрите. И вот так вот хорошо прорабатываем. Я прям балдею сидеть в этой пыльце. Посмотрите, какой красивый блеск. Какая кожа сразу холеная, сочная, а не такая сухая, знаете, как в зимнее время года у всех нас. О, смотрите, как плечико красиво. И все, реально любая майка или топ, и вы просто королева вечера. Королева ночи новогодней. Как это красиво. Можете дополнительно добавить на скулы. Просто чуть меньше давите на эту подушечку. Блин, это на съемку можно идти с таким вот вариантом оформления тела. Как это красиво. Короче говоря, дополнительно вы можете использовать данную блестящую пудру для того, чтобы создать блеск на ваших волосах. То есть у вас не будет таких вот крупных блесток. И здесь вы можете явно видеть, здесь просто идет такой вот перелив, такое мерцание, и никаких крупных блесток здесь нет. Посмотрите, как кожа сияет. Просто, ах, красота. Невероятно красиво, просто магия. У меня просто нет слов. И это удобно очень в хранении, в том, что вы поставили себе. Это не какой-то жидкий продукт, который пропадет очень быстро. Это сухой продукт, его здесь огромное количество, хватит надолго. И вы сможете потом просто распылять себе небольшое количество на пальчик, наносить и делать вот такой вот хайлайтер какой-нибудь во внутренний уголочек глаза, куда угодно. Или просто вот так вот наносить на ключицы, на шею, на плечи, на руки, куда хотите. Вы просто будете роскошно выглядеть. Это просто невероятный продукт. В плане того, как его убрать с вашей кожи. Я вчера попробовала, безусловно, для того, чтобы быть максимально объективной. Снимается просто влажными салфетками. То есть, если вы будете максимально мерцающие, оно не въедается прям так сильно, как крупные блестки, которые потом, знаете, прям ногтем еле можно отшкрябать, то особенно на лице наносите где-нибудь на веки или куда-нибудь еще, а потом не можете от него избавиться. Здесь вам не нужно даже использовать какие-то жирные продукты. Вы просто влажная салфетка или салфетка с мицеллярной водой снимаете, и все уходит достаточно быстро. Поэтому в этом плане, когда вы придете домой после Нового года, слегка, возможно, перепив шампанского, вы просто сможете легко это все дело смыть, и вам не нужно будет еще потом стоять и ковырять это все очень долго и неприятно. Поэтому от всей души рекомендую, просто попробуйте, если попадете. Также напишите мне, в чем политика компании лимитированных коллекций, то есть когда выпускает компания лимитированную коллекцию, на что это рассчитано. Потому что я думаю, что если бы вы пришли бы в магазин, в Еву непосредственно это там было куплено, если бы вы пришли туда, увидели этот продукт и до этого бы услышали восторженный отзыв, вы захотели бы взять. Но вот сейчас вы придете, например, в пару каких-нибудь магазинов, и вы не найдете. Кстати, заходила к ним на Инстаграм, у них там реально какая-то битва, девочки просто гоняются за этим продуктом. То есть это создается для того, чтобы поднять уровень компании, то есть в данном случае вопрос не о продажах, а о том, что реально выпускаются такие вот лимитированные штучки. Потому что, блин, там просто какой-то ажиотаж. Девочки пишут о том, что заказы делают, ждут, не пойми, откуда продукт заканчивается, кто-то приходит в магазине его нет, ё-моё, что происходит? И я очень рада, что я зашла, что на этот продукт никто не обратил внимания до меня, там не было ни ценника, ничего, я просто купила, и вот просто девушка мне нанесла, вот так вот распылила немножко этого продукта, и я такая, вау, это очень красиво, и говорю, давайте, давайте. Это не самый, возможно, бюджетный вариант продукта из компании Ламель, потому что стоит он под 200 гривен, но, обратите внимание на упаковку, обратите внимание на том, что это отличный вариант для того, чтобы порадовать себя перед новогодними праздниками, купить себе, потом просто балдеть, потому что все мы начнем куда-то ходить в гости, даже если у нас будет карантин жесткий и так далее, мы все равно будем где-то наряжаться, мы все захотим быть праздничными, и такой вот вариант оформления кожи, согласитесь, это просто роскошно, это очень красиво, это очень празднично, поэтому я вам советую обратить ваше внимание. Демонстрирую также его дополнительно крупным планом, как это выглядит на руке. Безумной красоты продукт, который наслаивается. Прям посмотрите, какой он шикарный. Посмотрите, какое красивое сияние. Это просто какая-то магия. Вы можете наносить его на скулы, вы можете наносить его на ключицы. Спасибо огромное за ваш лайк, за подписку на канал, не забывайте, не пропускайте новые ролики, я желаю вам отличного настроения, с наступающими праздниками, всего самого-самого крутого. Всем пока-пока.